В Мурманске одной остановкой общественного транспорта станет больше. Комплекс появился рядом с роддомом городской больницы. Но такие новшества потребовали реконструкции всего транспортного узла медицинского учреждения. О том, как можно будет подъехать к приемному покою, расскажем далее. Совсем скоро проезд городской больницы со стороны улицы Карла Маркса будет закрыт. На этом месте уже сейчас идут работы по устройству остановки общественного транспорта. Прежде всего, удобным она станет для тех посетителей медучреждения, кто пользуется 18-м маршрутом. Сейчас между кинотеатром «Мурманск» и «Пятиуглами» остановок нет. Мне кажется, нужна. Вот там остановка была, она была удобная, а сейчас нету. Поэтому я думаю, что стоит сделать остановку. Лишние остановки нас не помешают в этом районе, потому что у нас их здесь мало. Руководство больницы уже продумывало, как рационально организовать движение. Совсем скоро проехать к лечебному заведению можно будет со стороны улицы Володарского. Там, где еще недавно были ступеньки для пешеходов, уже сделали тротуары и частично заасфальтировали дорогу для транспортных средств. Это, конечно, будет большой плюс, потому что непосредственно быстрее скорые будут подъезжать к приемному отделению. Это не будет такого большого скопления транспорта вокруг родильного дома, где у нас гуляют и родильницы, и беременные. Здесь мы установим после закрытия этого въезда новые скамейки, чтобы такую сделать зону отдыха. Самое главное, поток транспорта перестанет курсировать рядом с роддомом, что благополучно скажется на режиме сна и отдыха пациенток. Все работы должны завершить к концу месяца. В перспективе всю парковую зону больницы также планируют облагородить.